первое. Да, да, да. Поздравляю с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья. Да. Чтобы вы всегда оставались таким, когда я помню вас. Ровно столько скажу. Буду продолжать у вас учиться, будем двигаться только вперед. И как подрастающее поколение обещаем вас никогда не хорошо. Спасибо. Святые там говорят, поставки. Коньяк президент, это бельский диамор. 50-летний коньяк, единственный, который сохранился. Это вот, хорошо. Вот. И с вашего разрешения есть подарок, который не привез. Это Николай, представляем, мой заместитель. С вашего разрешения, когда дадите команду, я приготовил 50 кустов винограда, которые уже адаптированы к климатическим условиям Московской области. То есть там не мускат, то есть он реально созревает, и кусты уже имеют несколько лет, то есть сразу на следующий год он дает уже первый урожай, то есть долго ждать не надо. Скажите, куда? Хорошо, хорошо. Через вот связь подъезжаем, туда, в Дарина. Отвезти там рабочий выкоп. У меня ребята молдаване, они сами посадят и объяснят рабочим, как поливать, следить.